приходится пробираться сквозь этот ручей, перелив с этого вот озера, для того, чтобы попасть на наше поле, где мы сеем сейчас ячмень. Как хорошо, что трактор большой, все это вытягивается. Все соседи сейчас пользуются моментом и засевают те площади, которые еще не успели засеять. Мы тоже попытались это сделать. В настоящий момент у нас вот готово вот эти вот 40 гектар, ну 45 плюс-минус. Но, как видите, я хорошо посадил сеялку в муляку. Мы собирались просто, ну, замечать вот такие вот мокрые места и их объезжать, но видите, я как бы я в них не сеял в мокрое, но я просто делал разворот, и все равно сеялка смогла, как говорится, загрузнуть. Даже не сеялка, сеялка в принципе, ну, немножко нагребла перед собой, хотя она немало. Но самая беда, что трактор 12-21 со спаркой у нас накопал тут огромные ямы. Не знаю, сколько лет мы это все будем в дальнейшем выравнивать своей спаркой. Сейчас позорно позвонил папе и попросил подъехать и помочь мне. 82-й трактор я подогнал. Дело в том, что надо просто опускать передок 12-21 трактора, ну, другим трактором, соответственно, ну, и тянуть в том числе. И тогда получится вытянуть, в принципе, ну, практически в любой ситуации. Ну, так мы уже застревали один раз. Где-то вон в тех краях, там подальше, в углу самом. Здесь просто надо, видите, надо разворот делать еще раньше. Иначе попадаешь вот в эти вот лужи и так далее. Просто из-за разворота, получается, колеса начали чуть-чуть верхний слой поднимать. Из-за этого сеялка углубилась. Самая беда, что сегодня может быть последний день, такой более-менее солнечный, сухой. Завтра уже обещают дождь, и поэтому, как говорится, как обычно. Ну вот, теперь и я продолжаю работать. Слава Богу, приехал сосед на тракторе Т-150. Спасибо тебе большое, Виталий. Помогли нам. Нас, как говорится, Могорыч. Едем, сеем. Мне как минимум надо закончить сегодня бункер, потому что нельзя оставлять селитру в бункере на долгое время, потому что на высевающих она коксуется. Закоксовываются маленькие камушки, уже высев не идет. Надо обязательно ее закончить до конца, иначе много потом геморроя по пробиванию каждого высевающего. Ну все, мне надо... Сейчас уже 20 гектар посеяно. Мне надо еще добить гектар 6 сегодня. Сейчас мы сеемся, уже второй день. Сегодня, после 3 дня, должен быть дождь снова. Поэтому я вот уже с утра сеюсь. Сейчас покажу, как все происходит. Очередной раз остановился проверить уровень удобрений. Вот видите, вот такие вот комки попадаются в мешках с селитрой. Видно, была какая-то дырка, мы не заметили. Сами сделали ее при перегрузке селитры. И вот такие вот сталактиты внутри мешка. Ну и для этого и есть вот эти сетки, которые останавливают такого рода мусор. Так, идем дальше. Вот тут вот я попытался раскопать одну дорожечку нашего посева. Я думаю, я нашел практически все семянки. Как видите, ячмень лежит вот такой вот расстановкой. Ну, по мне так, это практически точно, ну, точный высев. Также везде попадается селитра, гранулы селитры. Я уже не помню точно, как они расположены. Скорее всего, они ниже, чем зерно. Чтобы сразу не попасть, не создать такую более кислую обстановку для прорастания ячменя. И для этого они
То есть селитра попадает к растению, как только оно окрепнет и уже пустит корешки. Сейчас, да, вчера ночью в итоге смогли вытащить трактор с помощью соседского трактора Т-150, который приехал в самое нужное время нам на помощь. Когда мы его позвали, смог нам вырваться. Спасибо ему большое. Вот, сейчас продолжаю сев. Хочу заметить, что, видите, диски и сошники у меня практически полностью очистились. Я имею в виду от краски. Это, в принципе, хотя сев, можете заметить, это я уже, скорее всего, поднимал сеялку, это место разворота. Но сев не очень глубокий. Хотя все равно сошники вытираются. Это вызвано тем, что у меня не везде идеальная обработка почвы. То есть земля, в принципе, такие есть камни большие, которые опять-таки попадают на сошники, и мне приходится сошниками чуть ли не обрабатывать землю. Благо, данная сеялка позволяет такую процедуру произвести. Сейчас вся поскрипывает, опускаются понемногу гидроцилиндры, то есть перепускные электроклапана работают, но пусть так и будет, ничего страшного. Вот, местами земля обработана примерно как вот здесь, то есть видите, у меня пласты лежат. То есть это была дисковка от 1 до 2 раз, то есть вдоль поперек. Ну, вот такая вот земля в итоге сейчас, после прохода сеялки, выглядит, ну, прям замечательно, по-моему. То есть для как бы СЗшки этот результат был бы никогда не доступен бы. Потому что после прохода сеялки у нас, получается, работают и предпосевные прикатки, и сами сошники определенной, ну, вот такой формы, как видите, то есть они с прорезающим свойством именно. И также у нас еще колеса прикатывающие, которые закрывают нам посевное ложе, и грабельки, которые дополнительно еще немножко ломают и притрушивают не закрывшиеся посевные лунки. Вот так вот. Сейчас вносим вот такое распределение зерна, как я вам показал. Оно получается из-за того, что мы вносим примерно по 90 килограмм на гектар ячменя. Поэтому, как видите, расположение у них практически точечного высева. То есть нету дорожки из ячменя. То есть есть одиноко лежащие зернышки. И это вызвано, во-первых, тем, что мы просто решили сэкономить на посевном материале, который мы, кстати, сами готовили из фуражного ячменя, который приобрели, и на своем петкусе сами смогли подготовить до посевных кондиций. Сейчас покажу, как он выглядит. Заодно проверю уровень. Чуть-чуть селитры рассыпалось через дырочку в бункере. Зерно вот такое у нас. То есть мы постарались очистить и от сорняков, и от мелкого ячменя, ну, битого в том числе, хотя, как видите, битое все равно остается. Ну, в какой-то степени петкус не идеален, работает так, как может. Скоро уже придется заполнять бункер, а заполнять больше нечем. Так что придется продолжать посев уже вика-овсом. Благо, кусок мне остался не очень большой, все то поле уже засеяно. Сейчас осталось поле вот до конца оврага вот этого. Тем более, там внизу у нас мокрые места, мы стараемся их объезжать по возможности. Вчера у меня это не получилось. Ну вот, сейчас вот это поле. Вон ту часть, которая зеленеет, была сожжена. То поле мы будем обрабатывать в этом году и будем вводить в эксплуатацию, как, грубо говоря, как целинная. Точно таким же примерно выглядело и вот это поле. Единственное, что заросли было чуть поменьше. Также скажу одно слово про, опять-таки, сжигание сухой травы. Вот здесь вот за посадкой жил наш один, ну, просто знакомый, который, в принципе, здесь жил уже очень давно. И вот по некоторой случайности у него сгорел его дом из-за поджога сухой травы. Единственный нюанс, что эту траву поджег сам он. Так что, как бы, тут ничего особо не скажешь.
но при этом практически мне пришлось тушить огонь, который шел по оврагу и практически дошел до нашего поля, который зеленеет там вдали с пшеницей. Также, ну, как говорится, сгорела скотина в его доме, сгорел там корм, какой оставался, то есть он сам пытался освободить скотину и при этом обжегся сильно и сейчас находится в больнице. Так что, короче говоря, любые поджоги ни к чему хорошему не приводят. Вот. И все равно, в конце концов, всем нам дышать тем, что сгорит. Вот. Даже я бы считал, что даже какой-то бытовой мусор, который можно сжечь, уж лучше не сжечь, а или складировать на долгое хранение, или, дай бог, закапывать по возможности. Так выглядит это озеро. Реально оно очень большое. Теоретически можно сделать песчаный пляж. На нем можно будет хорошо купаться, потому что оно наполняется из родников и постоянно проточное. Ну, пока еще как минимум проточное. Не знаю, еще не, как говорится, не середина лета, но пока еще проточное. Вот. Но данную дамбу тоже надо усиливать, еще насыпать. Может быть, песком насыпать ее, попробовать. Потому что комбайн или КамАЗы по этой дамбе ехать будет тяжело. Тем более, что она в некоторых местах вообще узковата. Идет вымывание сбоку, поэтому она осыпается по чуть-чуть. Видите, волны бьют. И таким образом она осыпается. То есть надо сделать какой-то песчаный бруствер. Такие дела. Вот здесь у нас этот перелив, через который проходит сейлка, но не знаю, как пройдет комбайн. Даже не то, что не знаю, даже не буду пытаться, потому что я легко могу побить зерновой, колосовой и так далее. На другом бугру уже, как видите, я нахожусь. Есть такая вот делянка, что у меня вон там вот многолетники, и вон там вот вдалеке тоже многолетники. И вот здесь вот получилась такая полоска за счет того, что у меня, когда мы в прошлом году сеяли под покров века овес и под покров века овса были многолетники, то у нас лопнул вал высевающий на травяном высевающем аппарате. Поэтому вот эта полоска оказалась засеяна века овсом, но не засеяна травой. Мы знали про это, в принципе, мы практически сразу это обнаружили, но деваться некуда, сеять пришлось, и, ну, как говорится, пошли в путь. Что сейчас произошло? Как видите, мы здесь также убирали века овес не на корма, а на зерновую часть, то есть мы убирали комбайном. И, как видите, очень много соломы, и еще и солому мы не раскидывали в тот момент еще. Солома, как видите, у нас осталась в волках. Смотрю, что происходит под ним. Как бы мы считаем, что солома это и есть наша земля. Вот видите, вот селитрочка, вот селитра везде. Она как бы вдавлена в землю. То есть она не лежит сверху, она вдавлена к земле, придавлена к земле, но под соломой. То есть у меня семена не лежат на соломе. Возможно, местами вот в ярках, где солома просыпалась, вот этот полова такого рода, и у меня зерно лежит на ней. Ну, в любом случае оно покрыто вот этой соломой. Давление такое, что 12-21 трактор едет не больше 6-7 километров в час, то есть я просто не могу быстрее разогнаться. А кстати, а солома потом, видите, подгребается, скорее всего, просто задними граблинками. То есть она переворачивается, приподнимается, вот как видите, вот здесь. Вряд ли сошники ее тянут за собой. Потому что у сошника спереди есть прикатывающее колесо, которое не дает ему как раз-таки вытянуть солому из-под себя. Скорее всего, задние граблинки можно сейчас поднять. Ну вот, видите, селитрочка снаружи лежит. Ее, возможно, соломка как-то выкинула из рядка.
вот селитра внутри, где надо. Там, где нет соломы, получается очень глубоко. Ну, такие вот прям, не знаю, на пол ладошки. Ну, сантиметров 7. Глубина есть. Провожу сейчас посев однолетних культур в многолетнике. Ну, это вот рядом у нас, рядом с полем с пустым, есть поле многолетников. И я чуть-чуть захватываю для, опять-таки, получения некоторого опыта, как оно будет, что произойдет, если подсеять в такого рода многолетники, например, подсеять века овес, к примеру, с удобрением. С удобрением около 120 килограмм на гектар. Хочу, вот вообще, в общем поле выглядит вот так вот. То есть здесь есть различного рода сорняк, даже иван-чай. Ну, много чего есть. По-моему, вот это вот, может быть, даже и овес, я вот до конца не знаю. Или это просто пырей, грубо говоря, сорняк. Тут в чем дело? Я сейчас сею века овес с нормой около 150 килограмм на гектар. И, знаете, в принципе, я надеюсь, что вот эта трава, которая вся сейчас есть на этом поле, она будет мне как раз-таки дополнением к той норме, которую я сейчас высеваю. То есть, в принципе, мне вот это вот все, оно лишним, я думаю, не будет. Так как я вношу параллельно удобрение, то по опыту прошлого года могу сказать, что с удобрением основная культура, даже при наличии сорняка, даже мощного сорняка, такого, например, как рожь, все равно вот подсеваемая культура справляется. Она выживает, она дает, даже урожай дает. То есть в этом есть некоторый резон. Ну а также мы сеем не просто злаковую какую-то, а злаково-бобовую смесь, вика-овес. Поэтому мы точно ожидаем, что вика победит в данной борьбе конкурентной. И между сорняков в том числе, и между всем вообще тем, что здесь есть. Вот. Сама земля, как видите, выглядит неплохо, она распадается. Она достаточно влажная, чтобы сошники проникли достаточно глубоко. Возможно, я даже сею немножко глубоковато. Так, хотел еще показать один нюанс. Ну, как бы это такой уже колхозный метод исправления или спасения от какого-либо течи в гидравлике, которые бывают. Вот у нас, так как мы однажды поднимали данную сеялку без подключенного компьютера, когда было время, когда мы там застряли в некоторых местах на нашем поле, в грязи, приходилось поднимать ее слишком, ну, повыше. Для этого отключается компьютер, и она поднимается. Но при этом данный цилиндр испытывает большую перегрузку, потому что вот эти все цилиндры его напрягают в одну сторону, этот цилиндр давит чуть-чуть в другую. Как видите, углы не совпадают, поэтому данный цилиндр, скорее всего, шток чуть-чуть изгибается или просто вытягивается дальше своего рабочего положения. До конца не знаю, но, как видите, я придумал такую штуку. Здесь находится сапун. Я подвесил бутылочку накопительную для масла, чтобы, во-первых, не, ну, как говорится, спасти экологию, чтобы масло не попадало во всю Ивановскую, а во-вторых, чтобы понять, сколько его уходит. То есть я же не могу посмотреть одновременно, когда поднимаю, опускаю. Я выхожу, оно капает, как бы. То есть, ну, это же не самый напряженный момент. Напряженный момент – это когда тут есть давление. Вот такого рода решение. Во-первых, можно эту баночку разгружать с помощью вот этой вот крышки в другую емкость. И вплоть до того, если достаточно герметично замотать вот здесь вот и, например, вот здесь вот, то есть если все достаточно герметично замотать, можно в том числе выливать это масло назад в гидравлику. Но я смотрю, оно достаточно темненькое, так что мне выливать его назад неприятно. Но, в принципе, я знаю, сколько у меня объем масла в тракторе. И покуда этот объем не превышает количество внутри моего гидробака, я не переживаю. Мне это нужно было просто проверить, сколько масла там. Но теоретически это такой неплохой, как говорится, рабочий вариант, если у тебя есть какие-то проблемы с гидравликой, ты должен как-то быстро решить вопрос. Если в поле нет возможности ремонта более капитального. Короче говоря, если у кого есть такая сеялка, советую не поднимать ее без компьютера вообще. То есть или поднимать, но тогда следить за высотой подъема на вот этом вот датчике. Она не должна уходить вот дальше вот этой вот надписи.
Ну все, продолжаю сеять. Мне осталось немного. Сегодня хочу еще засветло вернуться домой и поехать на следующее поле. Ну, всего хорошего всем. Надеюсь, у всех есть погода, чтобы посеяться, чтобы начинать убирать уже в некоторых местах кормовые травы и так далее. Всем всего хорошего.